Налоговые послабления для предпринимателей, занимающихся рекламной деятельностью, одобрили депутаты Тверской городской думы на очередном заседании муниципального парламента. На такой шаг народные избранники пошли, чтобы поддержать малый и средний бизнес, серьезно пострадавший из-за пандемии коронавируса. Изменения в начислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности стали первым вопросом повестки дня. Этот проект решения был внесен главой областного центра. Депутатам предлагалось снизить на 50% действующий корректирующий коэффициент базовой доходности. Напомним, что он используется при исчислении единого вмененного дохода для предпринимателей, которые занимаются рекламной деятельностью. Несмотря на то, что выпадающие доходы бюджета могут составить порядка 127 тысяч рублей, парламентарии проголосовали «за», поскольку необходимо было поддержать предпринимателей, вынужденных еще с марта остановить свою деятельность. Конечно, они должны были платить налоги, арендную плату, понимая их сложную ситуацию по перечню, который был разработан и от кого поступили заявления от предпринимателей на предоставление таких льгот, были рассмотрены их условия и были предоставлены льготы. Еще одним важным вопросом, рассмотренным депутатами, стало присвоение звания почетный гражданин города Твери Евгению Воротникову. Он более 20 лет возглавлял Тверской домостроительный комбинат, пройдя путь от мастера до директора. При его непосредственном участии были построены микрорайоны Южный, Юность, Чайка, здание цирка, главпочтамта, кинотеатр «Мир». Это такой советский руководитель с большой буквы, вот этот уже образ таких настоящих руководителей, уходящих, к сожалению, в наше время. Ну, человек действительно достойный, человек легендарный. Вот люди, которые особенно, ну, например, вот поколение там 40+, они, конечно, помнят его. Еще даже на их памяти создавались целые микрорайоны при его участии. Евгений Воротников за свой труд отмечен многими наградами, в числе которых орден почета и званий «Заслуженный строитель Российской Федерации». Неудивительно, что депутаты единогласно одобрили присвоение звания почетного гражданина Твери человеку, который так много сделал для своего родного города.